С августа текущего года в Адыгее вступила в силу новая мера поддержки для многодетных семей, имеющих школьников. В соответствии с постановлением Кабинета министров Республики Адыгея, каждая семья, в которой есть школьник, получит финансовую помощь в размере 5000 рублей на каждого ребенка. Для получения данной поддержки родителям необходимо подать соответствующие документы в органы социальной защиты или в многофункциональные центры до 30 августа. Это ежегодная выплата детям из многодетных семей, которые обучаются в общеобразовательных учреждениях, на приобретение школьной формы и спортивной формы. Этот вид выплаты установлен постановлением Кабинета министров Республики Адыгея от 8 августа 2024 года номер 119. Условием назначения такой выплаты является подтверждение статуса многодетной семьи. То есть семья, которая претендует на эту выплату, должна быть многодетной. Многодетная семья в соответствии с законодательством. Это семья, имеющая на воспитание 3 и более детей до 18 лет или до 23 лет, если дети обучаются по очной форме обучения или проходят службу по призыву. Не контрактник, не мобилизован, а именно по призыву. Для того, чтобы получить данный вид выплаты, необходимо обратиться в органы соцзащиты или в МФЦ с заявлением и следующим пакетом документов. Это паспорта обоих родителей, свидетельство о рождении детей, которые именно обучаются в общеобразовательном учреждении, в школе. Свидетельство о рождении, справка из школы должна быть, документ, подтверждающий проживание на территории Республики Адыгея. Ну, для родителей это паспорт, для детей это свидетельство о регистрации по месту жительства. Кроме этого, надо приложить удостоверение многодетной мамы и выписку из кредитной организации с указанием лицевого счета, на который будет перечислена выплата. Деньги перечисляются только на кредитную организацию. То есть через почту этот вид выплаты не выплачивается. Заявление будет рассматриваться в течение 10 рабочих дней, а срок для осуществления выплаты составит 20 рабочих дней после принятия решения о назначении. По состоянию на 21 августа принято 438 заявлений, рассмотрено 362 заявления, на 841 ребенка назначена выплата. Остальные в процессе обработки. У нас по реестру многодетных семей в районе 797 семей, а из них 714 семей – это семьи, которых имеют детей школьного возраста, то есть которые планируют. Получается, еще 50% не обратилось. Хочется обратиться к мамочкам, которые имеют право на данный вид выплаты, поторопиться с оформлением документов, посмотреть сроки своих удостоверений, потому что часто мамы не следят за этим, обращаются в орган соцзащиты, а срок удостоверения истек. То есть для этого надо будет сначала продлить удостоверение, а потом уже обратиться на выплату. Сроки ограничены, 30 августа, тут осталось буквально 7-8 рабочих дней. Выплата назначается на период обучения и продлевается ежегодно при предоставлении справки с места учебы.